Лизочка, привет! Поплыла у нас скромная. Скромный медвежонок поплыл у нас. Скромняшка. А горлопанка боится. Вот так Сережа сказал. Вот так. На улице холодина. С ветром минус два. Так нет, а так плюс три. Говорю, никакого плеска не слышно. Никто еще не плавает, никто ничего. Это плеск. Какой плеск? Еще никто не плавал. Плеск послушать хотят. Смотри, они трутся. Смешно. Упал. А, все, больше нет. А, папаша же не местный, да? Как это не местный? Наш, местный. Да? Он с той стороны. А, это маленького мишку. Не знаю, у нас уже 4 мишки, это 6-6. Одна в Японии, один в Китае. Норди и Шайна здесь у нас. Они в 18 году родились. А эти вот родились в декабре, 16 декабря. Вчера им исполнилось 5 месяцев. По 5 месяцев. Поэтому еще никого не отвезли. Отдыхает. Блин, у меня память упала.